В настоящее время подходит к завершению работы по капитальному ремонту подъездной автодороги в поселок Пугачево протяженностью почти 3 километра. Работы по капитальному ремонту выполняются подрядной организацией ТО «ДСК «Приоритет». Заказчиком данного проекта является отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района. По данному проекту рассмотрено асфальтирование уличных дорог. Это 2726 метров. Или 2 километра 726 метров. В общем, порядка 3 километра дороги ремонтируются. На данный момент работы почти на стадии завершения. Сейчас 2,5 километра асфальт уложен, там осталось только съезды сделать. И установлены освещение. 97 ламп установлены полностью по улицам и подъездной дороге. Освещение полностью установлено, там трансформатор. Начались строительно-монтажные работы в апреле текущего года. По словам заказчика, на сегодня работы выполнены на 90%. Срок окончания проекта – август 2021 года. Общая протяженность дороги – 2729 метров. Ширина проезжей части – 6-7 метров. Покрытие – горячий асфальтобетон. В 2010 году, когда я покупала дом, летом, что-то типа дороги сделали. Весной она сошла вместе со снегом. Дороги за это время ни раз не ремонтировались толком, ничего. Ну, подсыпались так, ямки засыпались, и проходили грейдером и все. Угу. Да, хорошо, что дорогу открыли. Насколько долго? Насколько хорошее качество дороги, насколько долго прослужит? Вот единственный вопрос, который нас беспокоит. И потом, когда будет там еще дорога продолжаться? Потому что на хуторе там у нас, когда весна, там вообще не пройдешь вот там вот хутор дальше. Вот это вопрос. Единственное, что волнует, и все. Вон там дальше, это какие улицы? Это улица Тын, это улица, вот это Достык, туда дальше, до конца поселка. Были замечания со стороны жителей, там встретились с жителями, объяснили, показали проект, где были замечания. ДСК «Приоритет», директор Жанна Ташгуловна Кенджина, она взяла обязательство, она сказала, что все устранить, какие проблемы есть, какие дефекты есть. И этот по договору у нас гарантийный срок имеется, это 36 месяцев, 3 года. По окончании всех работ перед принятием в эксплуатацию будет сниматься кёрн и проведена экспертиза. После завершения капитального ремонта дорога для дальнейшего обслуживания и содержания будет передана на баланс аппарата акима Пугачевского сельского округа. Кроме того, по программе «Аул Ельбесыг» в этом году началась реализация еще 6 проектов по ремонту автомобильных дорог в сельских округах. В поселке Бурлине 2 дороги, Садовое и Чапаево, при Уральном 4 проекта. Это средний ремонт подъездной дороги, капитальный ремонт уличных дорог Уральская, Достык и Житекща. На данный момент определены все подрядчики. Это по Бурлину Садовое и Чапаево, по двум проектам ТОО «Шамшин», уральская компания, зарегистрирована. Кажется, в этом «Байтерек» зарегистрирован, наша западно-казахстанская компания «Шамшин». И еще «Шамшин» выиграл средний ремонт подъездной дороги и улицу Житекше в село Приуральном. Кроме этого, Приуральном улица Досток выиграла то «Ельжас», и улица Уральская выиграла то «Крылсстройсервис». По словам Дастана Тлекалиевича, в настоящее время идет процесс обжалования между этими двумя компаниями. До августа все нюансы будут рассмотрены и решены. До конца лета работы планируется начать. Эти два проекта – переходящие. Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».